является, наверное, уроженцем в Сибири, но все-таки там очень хорошая, действительно, как вы заметили, и школа, хорошая школа любых единоборств, особенно там развита борьба, как вольная, так и греко-римская. Его профессиональный рекорд 8 боев, 6 побед. Видно, что борцов все прошлое имеет. Стиль вольная борьба, дамы и господа, из Красноярска. Ну что ж, да Влад, будем болеть и комментировать. И его соперник красный. Хотел бы про Сайтам Датафадов пару слов добавить. Этот человек обладает хорошим ударом, а также его профессиональный рекорд 10 боев, 6 побед при 4 поражениях. Его стиль боевое самбо, дамы и господа, любит иногда поспешить чуть-чуть, это у него есть. Сайт Амзат сейчас не самый молодой, наверное, с возрастом, уже быть, у него, смело, да, можно, рациональность, не, смело можно уже появились. Отнести, почти, уже к ветеранам относится, так, с первого дивизиона к ветеранам Сайт Амзат относится. Знаете, как он слушает судью? Локти бьем только в корпус, колени, ноги в партере, только простой человек жизни, хороший парень, мужчина, одним словом. По местам. Ну и вот. Момент истины. Ждем начала этого поединка, которого мы так долго ждали. Саид Хамзат Абхатов. Первый раунд. Вот внутренний лоу-кик в исполнении Сатамзата Абхатова. Мы вот с ним насчет этого лоу-кика часто не спеши, не спеши. Спешить не надо. Оба, еще один хороший лоу-кик в исполнении Сатамзата. Внутренний повторить, я считаю. Внутренний лоу-кик должен он повторить. Он опорная нога, если он стоит очень жестко. И внутренний лоу-кик будет сбивать равновесие. Но об этом прекрасно знает Сайт Амзат Абхатов. Он сам себе тоже является тренерским штабом. Прекрасно понимает, над чем ему работать надо. Не спешит, главное. Заряженность. Голову не опускать. Да. Вот так, воу. Спокойненько. Вот. Хорошо ушел от вертушки Алимова. Сайт Хамзат. Вот так. Бэтмен кик, или как его называют? Право принимает. Да, Супермена его еще называют. Да, да, Супермена, так сказать. Он сейчас правый. Руки надо его стойку поднять. Правый. Левый встречает. Неплохо Сайт Хамзат. Неплохо. Нельзя опускать нельзя, голову. Нельзя, нельзя опускать. Нельзя. Потому что это заметит, конечно, Алимов. И вот может встретить. Да. Спешить, главное сейчас раздергать аккуратненько. Вот так, хорош. Давай, хороший. Сейчас нужно постараться. Физически Сайт Амзат, в принципе, очень крепкий парень. Он сейчас вот в партере. Но он больше любит драться в стойке. Любит драться, хотя превосходно борется. Неплохо чувствует себя в партере. Очень хорош на болевых. Обладает недюжиной силой. Хотя с виду так не скажешь, что у этого человека много физических сил. Очень крепкий такой, неудобный для любого соперника спортсмен. Слышим из зала подсказки Сайт Хамзату Абхатову. Подсказываю, что правильно все делает. Спину, молодец, тот выкручивает. А теперь нужно руку быстро выбрать. Быстро нужно руку отобрать. Нельзя позволять провести болевой. Заходить надо. Вот так вот. Вот, отлично. Молодец, Сайт Хамзат. Работай. О, правильно, боковой контроль, не спешить, главное, не колено можно, колено по корпусу нужно работать. Локтями можно. Вот сейчас руку отключить бы. Или пойти на болевую, на эту же руку. О, о чем я тут? Опа. Ну, боец тоже чувствительный очень соперник, как минимум ровный. Чувствует моменты, когда Сайт Амзат хочет отключить руки. И в этот момент пользуется этим моментом. Вот вырваться. О, отключил руку, сейчас будет добивание. О! Отлично. Бить, нужно продолжать бить по голове. Да, хорош, так, еще очередной
Удар наносит Саид Хамзат. Наносит хороший удар. У него удары, я скажу вам, очень тяжелые. Очень тяжелые удары. Сейчас жесткие удары. Значительный урон он наносит Алимову. Будет тяжело после таких атак восстановиться. Судья остановить, если еще чистые попадания. Он прижимается к животу Саид Хамзата. Вот не давать ему встать и вот бить, насыпать надо. Да, вот и осыпать, дальше. Продолжать ударами. Ну что ж, Саид Хамзат выбрал очень грамотную тактику. Алимов полностью отключен. Практически ничего не может противостоять. После только пропущенных ударов. Просто держится. Можно даже, не знаю, судья не останавливает поединок, так как чувствует, что еще сопротивление. И сопротивление есть, все-таки он не так пассивен. Он не пассивен, он старается вырваться. Просто не может пока. Не может. Саид Хамзат наносит удары раз за разом. Вот это качество превращается в количество. И вот. Вот, один за другим. Еще вот 30 удары, секунд. Наверное, продолжает. Дотерпит. Бить дотерпит. Давай, Саид Хамзат, бей еще. На Кимуру, что ли? На Кимуру. Нет, он хотел досрочно, мне кажется, Хамзат хочет закончить бой. 20 секунд ему подсказывают. Вот зашел в маунт. Хорош. Бей. Вот так. Бьет. Но там больше по блоку. 13 секунд. Еще отлично, Саид Хамзат. Продолжить. Не давай ногу. Вырвался. Ну, первый раунд за нашим бойцом без вопросов. Без вопросов. Отлично, Саид Хамзат проявил себя. Выиграл раунд. Разбивает он Алимова Давлатова в первом раунде полностью. И очень существенный, думается, ущерб нанес красноярскому бойцу. Столько пропущенных ударов. Вот невозможно. Голова вот точно будет болеть завтра. Ну, возраст, разница в возрасте тоже большая, 7 лет. Молодой, это в этой весовой категории, это сказывается, это в тяжелых весовых категориях, 31, это... Может быть, юнец. Да, это юнец, но в весовой категории до 70 килограмм, 30 лет, 31, это уже относится к ветеранам. Ну, мы видим, что Саид Хамзат хорошо дышит, спокойно, ровно. Второй раунд. Главное сейчас не пропустить спокойненько и также в том же духе переводить в партер и работать в партере, не особо зарубаясь. Хотя сейчас подуставший можно и постараться и со стойки завершить бой. Ну, думается, уже как бы можно попробовать парочку таких мощных ударов занести, и там уже сопернику тяжело придется, потому что достаточно, ну сколько, 20 по голове ему точно попали. Если не больше. Ну, выдержал. Вот этот лоу-кик. Не опускать голову ни в коем случае. Повторить надо. Вот, если колено в партер переводить надо. Сейчас ногу возьмет. Нет. Он отцепил руку. Прижимает к сетке. О! Вот. Отлично. Перевод. И дорабатывает. Я не думаю, что Саид Хамзат его оттуда сейчас будет. Главное, чтобы не попасть на волевой ни в коем случае. Нет, Саид Хамзат контролирует. Он видит. И вот снова опять боковой контроль. Нужно попробовать опять-таки отличить голову соперника Саид Хамзату. Вернее, руку. Корпус бьет. Он старается Давлат Алимов вырваться, отключить руку. Защищается Давлат Алимов. Коленом бить надо Саид Хамзат. Корпус. Опа, отключает. Повтор. Да, аналогичная ситуация в первом раунде. Да, тут чуть-чуть сбоку, но вот я вам говорю, вот он показывал, что отключает. И вот благодаря вот своим физическим данным, за счет своей физики, он просто в данный момент давит своего соперника. Вот эти удары, они... Очень такие ощутимые. 2 минуты закончились, дорогие друзья. Еще 3 минуты второго раунда.
Снова боковой контроль Саид Хамзат проводит. Вот опять удары в голову. По-моему, он не заметил, что в одном из эпизодов отключал руку сопернику. Саид Хамзат здорово очень борется. И полное преимущество. Вот так, опять отключил руку. И отключил снова руку и снова бьет. Большое количество ударов в голову. Отключил и руку, достигает цели. Достигает. Может быть, если еще пару таких хороших ударов, судья остановит бой. Он обе руки отключил. Обе руки отключил. Да. Вот, отлично, Саид Хамзат. Вот так, в том же духе продолжать. Вот, должен хороший. Остановить судья. Еще пару ударов, бой должен быть остановлен. Уже должен быть. Я считаю, что уже надо этого остановить. Ну сколько это можно? Идет сколько одностороннее можно? Это же избиение. Одностороннее избиение. Две минуты. Он никак смотрит, остраивает. Все. Это правильно. Надо было. Саид Хамзат Абхазов поддерживает личные поздравления, Саид Хамзат. Техническим нокаутом. Красавчик. Да, молодец. Молодец, Саид Хамзат. Действительно, он был лучше. Он был лучше, он отлично физически готов. И молодец. Подошел. Подошел к бою очень грамотно, тактически. Первый раунд небольшая была разведочка. Стойки соперник предоставлял собой опасность. Смотря так на судью, но когда ты остановишь. Да, типа мне избивать. Я вот о чем я и говорил, что Саид Хамзат человек с благородной душой. Никогда чрезмерно, когда чувствуешь, что вот это уже этого хватает для победы, вот, ну зачем мне его бить? Он поднимает свою голову и смотрит на рефери Вячеслава Киселева. Это вот, коронная сапка. Спрашивал, сделать мне это или нет? Да, можно делать. Молодец. Обрадовал своей победой. Поздравляем мы с Саид Хамзат Абханова. Шикарная победа. Молодец. Нужно отметить, что после своего было у него год-полтора или два назад поражение, да, было у него в карьере. Вот последнее его поражение. После этого Саид Хамзат сделал выводы, прибавил тактически очень грамотно. Залечил свои травмы. У него были многочисленные травмы. Вот. И вот смотрите.